Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kale Kale Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Mahadevaya. Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kale Kale Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Mahadevaya. Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kale Kale Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Mahadevaya. Ellarkkum vanakkam. Enakku Tamil puthaandu. ஆனால் தமிழ்நாட்டில் கொஞ்சம் லாக்டவுனில் இருக்கிறோம். புத்தாண்டு ஒன்று ஒரு மகத்தான கொண்டாட்டம் தமிழ் கலாச்சாரத்தில். கொண்டாட்டம்னா நாம் ஏதோ ஒன்று செய்யணும்னு தேவையில்லை. நாம் செய்யலை, நம்ம ஆட்ட பாட்ட எல்லாமே நமக்குள்ளே இருக்கிற ஆனந்தம், அன்பு, மகிழ்ச்சி, உற்சாகம் வெளியப்படுத்துறதுக்கு ஒரு கருவி அவ்வளோதான். இந்த வருடம் நாம் அதிகமாக வெளியப்படுத்த முடியாது, வீட்டுக்குள்ளே தான். அப்படி இருந்தாலும் நாம் ஆனந்தமாக உற்சாகமாக அன்பாக இருந்தால் நமக்கு எப்பவுமே கொண்டாட்டம் தானே. இந்த ஒரு தமிழ் புத்தாண்டு நமக்கு ஒரு மகத்தான செவ்வால் நம்ம முன்னாடி உட்கார்ந்துருக்குது. இது நாம் பொறுப்பாக நடத்தினா நமக்கு இதுலேருந்து ஒரு வழி இருக்குது. இல்லைன்னா இது ஒரு மகத்தான ஆபத்தாக மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஆனால் இந்த தமிழ் புத்தாண்டுனால் நீங்கள் எல்லாருமே ஒரு உறுதி எடுக்கணும். நாம் தமிழ்நாட்டில் இந்த வைரஸ்ன்ற மகாமாரி நம்ம அழைக்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை பண்ணிக்க வேண்டாம். நாம் பொறுப்பாக இது வெற்றிகரமாக கட்டாயமாக வெளியே வரும் என்ற ஒரு உறுதி நாம் எனக்கு எடுத்துக்கணும். தமிழ் மக்களுக்கு எல்லாமே என்னுடைய வணக்கங்கள். Today сегодня тамильский Новый год. Вы можете спросить: да сколько же новогодних дней может быть в году? Well, this is because это все потому, что есть разные календари. В конце концов, планета круглая и вращается. Вам решать, откуда начинать отчет.
Разные культуры начали измерять Новый год с наиболее значимой для них точки в плане нового начала. Тамилнад, или тамильская культура, одна из древнейших сельскохозяйственных культур на планете, отмечает 14 апреля, когда происходит определенный сдвиг во взаиморасположении Солнца и нашей планеты. Также по всей стране этот день известен как Вайшаки или Байшаки, в зависимости от региона. Потому что на севере сейчас время сбора урожая, а на юге урожай собирают раньше, после Понгала, то есть 14 января. Сейчас идет подготовка земли, которая считается священным долгом. Поэтому прежде чем снова начинать работать на земле, мы оставляем ее нетронутой на некоторое время после сбора урожая. И время, перед тем, как мы снова погрузим плуг в землю, считается новым началом. Так что это Новый год для тамильцев. Новый год Телугу, Угади, был всего несколько дней назад. Они начинают возделывать землю чуть раньше, потому что в основном в Карнатаке и Андхра-Прадеше проходит юго-западный муссон, который начинается в конце мая. Он также проходит и в этой части Тамилнада. Но большая часть штата ждет северо-восточного муссона, который начинается позже юго-западного и который более мягкий. Из-за этого их расчеты немного отличаются. Сегодня Новый год, потому что это новый сельскохозяйственный год. Ведь здесь сельское хозяйство было основой жизни. Из-за этого начало сельскохозяйственных работ считается Новым годом. Не декабрь, потому что в это время в нашей культуре не происходит ничего значимого. Мои самые сердечные поздравления всем тамильцам по всему миру. В рамках этого коллектив Sounds of Isha исполнит композицию, которая много значит для населения Тамилнада.
பண்பாடு. துயரம் வந்தாலும் ஆனந்தந்தாம் வெளிப்பாடு. பொங்கி உயர்ந்திடும் உற்சாகந்தாம், எதற்கும் சலிக்காத வேகந்தாம். உயிரில் தெளிக்கும் மக்கள் இன்னும் என்ன வேணும் தமிழ் வாழ. திரும்பிடுமே காலங்கள் எல்லாம்
Теперь, когда тамильский Новый год закончился, мы отправимся в Кералу. В Керале тоже Новый год. Мы желаем всего наилучшего всем Мальяли по всему миру. Это не лучшие времена, но пусть вы найдете свое самое лучшее проявление. Нам придется отправиться и в Пенджаб, Бенгалию, Орису. Мы не можем сказать им пожелания на их языке. Мы можем только... Каждому из вас. Сейчас достаточно тяжелая ситуация. Но все же есть много людей, которые спрашивают, действительно ли все это необходимо? Давайте выйдем и будем делать, что должны, и посмотрим, что произойдет. Последний раз, когда... Тогда еще не было авиаперелетов, не было такого перемещения населения, как сегодня. В последний раз, когда это произошло, в 1918 году, испанский грипп убил 50 миллионов человек. Хотите попробовать еще раз? Нет. Думаю, кто-то должен вас остановить. Это то, что пытается сделать правительство. Это то, что пытаются сделать все правительства мира. Те страны, которые ввели карантин недостаточно быстро, к сожалению, очень страдают. В США погибло 24 тысячи человек. Это не воодушевляющий пример для остального мира, когда самая богатая страна оказалась в таком положении. Что же тогда произойдет с другими странами? Это вызывает определенные опасения. Индия сдержала, но не покорила вирус. Мы его только сдержали. Зная природу этих организмов, у них нет мозгов. Вы в хорошей компании. Они, вероятно, одноклеточные или, возможно, 2-3 клетки, но без мозга как такового. Но они полны решимости делать то, что хотят. Они знают, чего хотят в своей жизни. И будут упорно и неустанно работать над этим. Они не такие, как вы. 3 недели дома, и внезапно вы начинаете думать, что ничего не произойдет. Ваши приоритеты меняются. Они не такие. Их приоритеты не меняются. Они просто все время сконцентрированы на цели. Вы знаете, мы говорили вам, «Нисчала таттвам дживан мукти». Непоколебимое чувство цели — это освобождение. У них есть непоколебимое чувство цели, и они не нуждаются в освобождении. Они готовы освободить вас. Так что это не следует воспринимать легкомысленно. К сожалению, для многих людей сложный мозг не стал преимуществом. Самое большое преимущество, которое у нас есть перед всеми другими существами, это то, что у нас сложная кора головного мозга, и мы можем рассматривать все с разных измерений. К сожалению, для многих людей эта способность, вместо того, чтобы внести ясность, принесла постоянную путаницу во всем. Сейчас не время оставлять мир на произвол личных свобод и индивидуальных действий. Они должны быть ограничены в соответствии с потребностями общества. Как я уже сказал, вирус был несколько ограничен, но не побежден. Он может взлететь.
следующая неделя подразумевает очень строгое соблюдение карантина. После этого Индия рассматривает частичную блокировку, выборочное ослабление для различных видов экономической деятельности, необходимых стране. Мы должны понимать, что это ослабление наступает не потому, что мы победили вирус или потому, что он исчез. Просто наши экономические нужды таковы, что мы должны вернуться к каким-то действиям. Существующая угроза для нашей жизни и экономические проблемы, с которыми мы можем столкнуться, представляют собой два разных измерения, которые, конечно же, необходимо решать для страны, для общества. Но основная задача — обеспечить себе выживание. Хорошая жизнь — это вторично. Поэтому сейчас очень-очень важно уделить внимание самой сути нашего существования. Мы забудем о прошлом карантине и начнем новый. Сегодня Новый год, с чистого листа. Так что не нужно нести бремя последних трех недель. Новый карантин будет до 3 мая. Новый карантин. От старого мы отказались. Это новый карантин. Давайте воспользуемся новым карантином и проведем его максимально эффективно. И давайте посмотрим, какую пользу мы можем принести окружающим нас людям. Наши волонтеры делают замечательную работу, обеспечивая едой всех рабочих мигрантов в этой области. Насколько я знаю, на сегодняшний день мы предлагаем пищу 3000 человек. Эта цифра будет увеличиваться и дальше. И на наши плечи ляжет определенная финансовая нагрузка. Но люди по всему миру поддерживают нас, делая так, чтобы это произошло. Еще раз спасибо всем, кто поддержал нас финансово. Совместно с правительством Карнатаки мы находимся в процессе аналогичной работы в окрестностях Бангалора. Там все начнется через пару дней. Но, как я уже сказал, самое главное, наша основная ответственность заключается в том, чтобы мы не стали транспортным средством для этого вируса, потому что мы и есть переносчики. Он нуждается в нас. Без нас он не сможет выжить. Так что нам просто нужно держать дистанцию, придерживаться основных правил, о которых вы все уже знаете, какими бы они ни были. Следуйте этим правилам. И самое главное, не воспринимайте их как что-то навязанное. Рассматривайте их как возможность сделать себя лучше. Если смотреть на это таким образом, то следующие 19 дней до 3 мая не будут в тягость. При этом, как я уже говорил, ввиду экономических причин, мы определенно вернемся к деятельности к первой неделе мая до некоторой степени. Надеюсь, что такого не произойдет, но может оказаться так, что вирус дождется своего времени и набросится на нас. Суть в том, что мы готовы нести экономические потери, но мы хотим ограничить человеческие жертвы. Вот как сейчас мы подходим к ситуации. Это приоритет. Особенно те из вас, кто молод и считает, что с вами ничего не случится. Да, возможно, вы просто немного поболеете и поправитесь, но старшее поколение может полностью исчезнуть. Если молодое поколение будет вести себя безответственно, старшее поколение может полностью исчезнуть. Поэтому, пожалуйста, подойдите к ситуации ответственно. Это касается не только вас, это касается всех вокруг. Будучи поколением людей, мы должны успешно справиться с этой ситуацией. Это самое главное. Вопросы? Этот вопрос от Руб. Намаскарам, садхгуру. С вашим благословением, в прошлом году мне посчастливилось переехать в ашрам. С самого начала мне было ясно, что я здесь, чтобы идти по этому пути.
С этим целеустремленным намерением я проходила все программы и работала над собой самым лучшим образом, по моему мнению. Некоторое время назад у меня появилось стремление полностью отстраниться от социальных контактов, которые периодически происходят. Я чувствую, что это поможет мне определенным образом усилить свою концентрацию и привнести больше интенсивности и баланса в мою севу и садану. Возможно, в этом мне поможет соблюдение нескольких часов молчания в день. Я буду благодарна получить ваши наставления на этот счет. Пранам. Почему ты ждешь моего наставления, чтобы просто замолчать? Это то, что ты должна делать постоянно. Ашрам или центр йоги Иша — это не клуб. Это не общество, куда вы приезжаете, встречаетесь с разными людьми, заводите друзей, продолжаете вести социальную жизнь. Вы здесь не для этого. Это не только для нее, это для всех. Ты здесь, как ты сказала, с единственной целью — улучшение этой жизни. И ты сказала, «Я делаю все, что считаю лучшим». Это большая проблема. Я думал, что каждый аспект того, как ты должна жить, как дышать, как сидеть, как стоять, что есть, что не есть, когда, где, что — все это было оговорено. Но ты до сих пор делаешь все по-своему. Зачем тогда я здесь? Зачем я здесь, если я не направляю тебя в твоих действиях? Ты все делаешь по-своему. Если ты делаешь что-то по-своему, в этом нет ничего плохого. Просто это займет много времени. Вот и все. То, что может быть сделано с легкостью, займет неоправданно много времени. Но я не знаю твой гороскоп. Если по гороскопу у тебя есть 10 тысяч лет жизни, тогда можешь делать, что хочешь. Но если ты обычный человек, который живет 80-90 лет, тогда тебе нужно слушать меня, потому что тогда время, которое у тебя есть, я уверен, что тебе уже есть 62. Нет, я думаю, ей 30. В любом случае, я тебя не знаю. Сколько бы тебе ни было лет, даже если тебе 35, примерно 50% твоей активной жизни уже прошло. Не время делать все по-своему. Тебе нужно просто слушать. В противном случае ты будешь ходить кругами, в чем нет необходимости. Итак, ты спрашиваешь меня, могу ли я молчать в течение нескольких часов? Тебе нужно молчать 24 часа в сутки. Храпеть разрешается. И говорить только когда это необходимо. Иначе мы пришли сюда к этим красивым горам и всему этому пространству, чтобы вы могли просто быть, чтобы могли просто смотреть на горы. Если гор недостаточно, я создал целое голубое небо. Вы должны взаимодействовать с жизнью. Это не общество. Вы здесь для личного развития, личного стремления. Вы здесь не для того, чтобы строить общество. Да, мы должны организовать еду, сон, то и это, некоторую инфраструктуру. Не путайте эту инфраструктуру с социальной инфраструктурой. Это не то же самое. Это место было создано для индивидуальной трансформации и индивидуального освобождения. Я никогда не говорю, что все вместе достигнут освобождения, только по отдельности. Потому что только отдельные люди находятся в рамках, и только отдельный человек может стать свободным. Так что я не понимаю, почему ты спрашиваешь меня, чтобы я дал тебе разрешение молчать. Если бы ты спросила меня, «Садхгуру,
можно мне разговаривать? Тогда бы я сказал, хорошо, скажи три слова. Сейчас, когда ты спрашиваешь, можно я буду молчать? Я не знаю, что сказать. Ты должна молчать. Говори только, когда тебе есть что сказать, что-то значимое и стоящее, насчет твоей деятельности, или чтобы задать вопрос или дать комментарий. В противном случае тебе нужно молчать. И что важнее, чем молчание? Самое главное — нужно сдерживать этот постоянный порыв поговорить с кем-то, либо так, либо так. Теперь, по крайней мере, вы приглушены маской. Это стремление к общению с кем-то не значит, что вы можете сказать что-то невероятное. Такое стремление к общению наступает от того, что без этого вы чувствуете себя незавершенными. Как раз-таки над этим мы и хотим работать, а не пытаться этого избежать. Не следует избегать чувства незавершенности. С ним нужно столкнуться лицом к лицу. Почему? Если эта жизнь пришла сюда как полноценная жизнь, она чувствует себя незавершенной. Нам нужно рассмотреть это и работать над этим, а не избегать этого, отвлекая себя разговорами. Я обращаюсь ко всем вам. Руп и Аруп. Все. Откажитесь от бесед. Почему бы вам так не сделать? Сейчас хорошее время. Время изоляции. Просто заизолируйте. Я думал, что мы уже в изоляции, если говорить об этом. Если это необходимо для работы, можете сказать что-нибудь. В противном случае, вашу радость, ваше намерение, вашу любовь, которую вы хотите выразить, выражайте ее. Вы увидите, что для этого вам нужно уделять внимание каждой другой жизни, а не просто говорить что-то, не просто отправить сообщение. Вам нужно уделять внимание. Внимание — это всегда хорошо. Внимание без намерения — это лучшее, что вы можете сделать для себя. Вот что значит молчание. Вы уделяете внимание, но у вас нет намерения. Шум происходит, потому что у вас намерение. Как только у вас появляется намерение, вы начинаете строить планы, проекции, делать хитроумные вычисления — все. Просто абсолютное внимание без намерения. Это и есть молчание. Это также значит, что вы за пределами любого выбора, что насчет одного, другого, у вас этого нет. Вы это и это. И это и есть духовный процесс. Когда вы то и это материалистичная жизнь. Когда вы это и это духовный процесс. Я хочу рассказать вам один случай. Когда мы проводили первую программу «Целостность», которая длилась 90 дней, те люди, которые были с нами, около 68 человек, были со мной в эти 90 дней. Тогда они понятия не имели, кто я такой. Они не знали, к чему я их приведу. Тогда не было никакой инфраструктуры. Они просто пришли. Мужчины и женщины. Просто горящие сильным стремлением. Вот и все. В те дни я не был таким милым, как я сейчас с вами. Я был весь в огне, изрыгал огонь. Но они пришли. Так что я начал процесс, и снова я спрашивал. «Мы хотим это сделать? Да или нет?» Так продолжалось какое-то время, после одной недели или 10 дней, когда я пришел в Кайвалья-Кутир. Это просто одна узкая хижина. Ее 3 раза сносило ветром за эти 90 дней. Нам приходилось отстраивать ее заново. Тогда были сильные ветры, которые начинаются в сезон дождей. Я зашел в эту хижину, а там была только одна школьная доска. Это была вся наша инфраструктура. На тот случай, если бы понадобилось передать какое-то сообщение. Тогда не было ни смартфонов, ни СМС. Единственной доской для объявлений была черная школьная доска и кусок мела. Когда я зашел туда, на доске было написано «Садхгуру, да и да».
Я спросил, что это такое? Нет, Садхгуру, с этого момента больше не спрашивайте нас «да» или «нет». Мы просто «да» и «да». Я сказал, если вы действительно «да» и «да», тогда я могу сделать с вами очень многое. И мы раскрыли целое измерение того, что мы не можем повторить еще раз. Просто из-за «да» и «нет». Нужно ли мне молчать? Тебе нужно спрашивать только, нужно ли мне говорить? Да. Никогда не спрашивай меня, нужно ли мне молчать. Садхгуру, можно мне что-то сказать? Я не говорил уже 10 лет. Можно ли мне говорить? Да. Сегодня можешь петь. Не говорить — петь. Так что для того, чтобы молчать, не нужно ничего конкретного. Если ты задаешь этот вопрос с точки зрения определенной садханы, то когда время придет, мы скажем тебе, сейчас ты не применяешь полностью инструменты, которые у тебя есть. Если ты полностью израсходуешь их, тогда я позову тебя. Это точно. Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambha Shambha Mahāyā.